Всем привет! Меня зовут Арсений, интернет-магазин Tutemp, новый видеообзор палатки Nelme 2 от компании Metep. Палатка изготавливается в Москве, отсюда соответствующее качество. Палатка выполнена в удобном чехле на молнии. Сейчас мы посмотрим, как эта палатка у нас разбирается. Палатка Nelme 2 выполнена из материала Oxford 240 с влагонепроницаемостью 2000. Этого вполне достаточно, чтобы вы не промокли зимой под дождем. По периметру палатки у нас имеются петли для оттяжек, как на ребрах, так и на самих стенках. Также петли для оттяжек у нас есть и по юбке ветрозащиты. Молния у нас в палатке замковые и двухсторонние, чтобы было удобно открывать и закрывать палатку. С обратной стороны палатки у нас есть смотровое окошко, которое можно открыть, если вам будет мало света или для вентиляции. Его можно открыть как снаружи, так и изнутри, так и изнутри. Также имеется вентиляционное окошко на стойке, которое можно также открыть. Оно также там идет на молнии односторонней. То есть при необходимости можно регулировать подачу воздуха очень просто. Также внизу палатки у нас также есть вентиляционное окошко для более максимально удобного подачи воздуха во время рыбалки. Сверху у нас есть два кармашка для всяких мелочей. По бокам палатка у нас тоже с кармашками с одной стороны и с другой стороны. Вот. Колено каркаса у нас защищены специальными чехольчиками, которые не позволят порваться тенту. Материал каркаса палатки у нас B95T. Вот. Диаметр 8 мм. Звезда у нас полностью алюминиевая. Для того, чтобы собрать палатку, нам надо просто дернуть эту звезду вниз. Для того, чтобы разобрать звезду, толкаем вверх, а за верхнюю крепеж тянем на себя и выдавливаем. Таким макаром у нас палатка разбирается. Сейчас мы посмотрим, как эта палатка у нас собирается. Сборку палатки у нас уходит времени меньше минуты. Палатка Nelme 2 от компании Metep, московский производитель. Арсений, интернет-магазин Tutemp. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуем.